Ты хочешь получить качественное образование? Тогда к тебе к нам. Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абаев приглашает вас получить качественное образование по педагогическим специальностям. Колледж имеет столетнюю историю и является одним из ведущих учебных заведений области. Трудоустройство составляет свыше 90%. Кроме государственной стипендии, отличникам и активистам предоставляются именные стипендии имени Абая, Нургалиева, Пацебаева и Тайбаганова. Большое внимание в колледже уделяется полиэтичному образованию. Наши студенты общаются с носителями иностранного языка. Обучение в колледже проходит по дуальной форме обучения, и наши студенты, проходя практику, имеют возможность получать заработную плату. Для иногородних студентов предлагается проживание в комфортабельном общежитии. На базе колледжа функционируют филиалы БКУ имени Аманжолова и ТАСУ, ведущие специалисты которых привлечены в наш учебный процесс. Мы единственный колледж среди педагогических колледжей Казахстана, у кого есть учебно-производственная база, которая расположена на живописных берегах Бухтарминского водохранилища в Катон-Карагайском районе. Уважаемые абитуриенты, поступив к нам, вы получите качественное образование и проведете интересную студенческую жизнь, где вы сможете реализовать себя не только как профессионал, но и развиваться как личность. Приглашаем вас в Восточно-Казахстанский гуманитарный колледж имени Абая творческую молодежь, чье призвание – педагогика.